Продолжаем симулировать Battleground 2013, если, конечно, еще будут какие-то Battlegrounds вообще. Вообще, видел, тема очень-очень много всяких военных на промке были. Было очень много всяких Джон Син было тоже на промке. В общем, непонятно, о чем ППВ, но, видимо, о том, что каждый день для рестлеров это тоже своеобразное поле битвы. И такое же поле битвы для этого человека CM Punk за прошедший месяц, или даже несколько месяцев, ведет войну со своим бывшим другом, близким другом, Полом Хейманом. Из-за того, что Пол Хейман ударил его в лестнице, когда они, видимо, красили обои или потолок, в общем, фьюд очень скучный, ну, лично для меня он очень скучный, и, по моему мнению, не надо было так делать, но все равно они оставили Панка фейсом, все равно сделали несколько боев, то есть сначала был Куртис Аксель, потом сейчас Райбек, сначала еще Брок Леснер был, то есть он сейчас просто всех Пол Хейман с Гаев, пока не перебьет, видимо, не доберется до собственно, десерта, это Пол Хейман. Но он немножко Пола Хеймана получил на Night of Champions. Это, в принципе, пока что было достаточно для него. Ох, отличный удар справа от Райбека. С правой ноги. Так. Вообще Райбек, он какой-то очень сильный. По-моему, он переел сегодня стероидов или просто переел. Отличный DDT. CM Punk vows to win every match to set the example for the WWE Universe. Рикеран, отлично. Как можно было так промахнуться? Никакого Camel Clutch. You'll never find a superstar that works harder than CM Punk. This guy lives and breathes sports entertainment. С ума сойти просто. Прекрасный был прием от CM Punk. Так. These superstars are. And again, Punk going to the top rope. В этот раз не получилось. DDT. Так, ладно, надо его закинуть обратно на ринг. Нет. Фига он меня послал. Как далеко. Отличный DDT. Ладно, окей. Если ты хочешь по-плохому, Райбек, я тебе устрою сладкую жизнь. Ах, очередной реверс. Теперь у меня есть финишер. И можно уже сделать GTS, я думаю. Буш! Это было мощно, действительно.
Но это только начало. Это только начало мучений Райбека. О, он законтрил. Отличный суплекс. DDT. Так. Давайте выкинем его с ринга. А, это реверс. Реверс, я думаю, я промахнулся. Да, Райбек продолжает медленно уничтожать карьеру CM Punk. О боже, какой прекрасный реверс. Прям через стол. Да, это было очень круто. И опять он меня реверсит. Посмотрите, что творится. Это еще пока не шел шок. Но я думаю, что он будет пинить здесь. Легкий пин. Нет, 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 нет. Отлично, DDT. О-о, шел шок. Как не вовремя, я только активировал камбэк, он тут же сдал шел шоком, но я надеюсь, что я успею подняться. Закончится так. Да, отлично, успел я сделать камбэк. Пришлось там тратить leverage pin. О, как он называется там? Ладно, неважно. Пришлось применить вот эту способность, которая... так. Что за бред? А, у меня сигничер закончился, я понял. Ладно, давайте-ка еще один GTS. Буш, это было мощно. Это действительно было мощно. И я думаю, это последний пин. Раз, два, три. CM Punk. CM Punk. После победы, я думаю, он доберется до Пола Хэммена. А может быть, ему помешает Куртис Акс. А может быть, еще что-то. Все может быть. Вот это отличный просто момент. Просто контр DDT через стол. Так, ну вот тут был довольно глупый момент. Но это Райбек не зареверсил просто. Ничего нету. А, я разбил лицо. Да. И, конечно же, GTS. Лицом об колено. И раз, два, три. Чуть сказал чемпион CM Punk. Нет, он не чемпион, но он, я думаю, получил то, что он хотел. Он победил Райбека. И, я думаю, в процессе он доберется и до Пола Хеймана. Впереди у нас два главных матча вечера. Ну, а точнее, бой Альберто Дель Рио и RVD по правилам хардкор на два матча. Я думаю, это стоит посмотреть. Так что ни в коем случае никуда не уходите и посмотрите следующее видео.